Итак, наш силикон подстыл. Следующим этапом нам необходимо перевернуть в горизонтальное положение, подготовить нашу будущую силиконовую форму к жесткому кожуху, к изготовлению жесткого кожуха. Вот. Что нам для этого делать надо? Первое, значит, начнем по порядку. Убираем все это дело. Подставочки, подложечки. Разворачиваем. Видно все в кадре. Хочу, чтобы мне было максимально удобно. Так. Здесь не видно. Сюда. Так, ну, до конца не получается. Смысл в чем? Смысл: при помощи ножа мы подрезаем все, что лишнее, все, что у нас находится на вертикальных стенках нашей опалубки. Отрезаем. Стараемся нож держать как можно вертикальнее, насколько нам позволяет это делать пространство нашей опалубки. И достаем теперь вот такую вот штуку. Вот такие вот вещи надо будет убирать. Все. Значит, получилось следующим образом. Покажу ближе. Вот такие вот ровные вертикальные стенки. Все видно везде. Везде, я думаю, что видно. Следующим этапом наносим разделительный слой. Так как работать мы будем с эпоксидной смолой. Она очень хорошо ко всему пристывает, прилипает. Нам надо нанести разделительный слой. Наносим. Разделительный слой у нас будет такой. Встряхиваем баллон хорошо. И наносим. Пока сохнет наш разделительный слой, я буду резать стеклорогожу. Замеряю размеры нашей опалубки, высоту ее и вырезаю сначала такой цельный кусок, а потом на каждую сторону отдельный. И все. То есть сейчас режу. Как вырежу, продолжим снимать.